Welcome back to my channel, дамы и господа мормоны. Приветствую вас на своем канале. В общем, сегодня я решил попробовать половить на бомбарду. Встал пораньше, так как здесь рано утром очень много плещется белой рыбы, и причем всплески довольно-таки немаленьких рыб. Наблюдаются они каждое утро. Если сюда рано выйти, часа в 3, в начале 4, то тут всегда всплески. Вот и решил я сегодня попробовать выйти с бомбардой. Сейчас я уже переключился на джиг 0,7 грамма с мотыликом Беркли, так как времени уже 6 утра. Вся белая рыба уже ушла, как говорится, куда-то. Активность ее закончилась. В общем, начинал я ловлю на бомбарду вот такими вот самодельными бомбардами. Одна такая полегче, по-моему. Одна есть у меня потяжелее. Вот они, две бомбардочки. Ловил сегодня, начинал вот с этой. В общем, самодельная бомбарда. Трубочка от шариковой ручки, от стержня. Это у нас термоклей от клеевого пистолета. Разогреваешь пистолет, намазываешь, потом пальцами формируешь. Горячая, обжигается. Пальцы надо смочить водой. Раз, потом сверху еще слой намотал, два. И вот так вот спрессовал. Такая у меня получилась нано-бомбардочка. Весом вот этот 2 грамма. А вторая маленькая 1 с небольшим. В общем, взял с собой мотажку 602. Одел шнурок Гозин 0,1. И оснастил. В общем, оснащать можно несколькими способами. Один способ — это, как говорится, оригинал, как его используют японцы при ловле на море. Они, значит, пропускают шнур через бомбарду, сюда привязывают джиголовку, джиголовки с приманку, и забрасывают в море, и там джигуют. Получается, она свисает, приманка, они шнуром дергают, джигуют, и она в пелагике так и движется. Это вот основной монтаж. Другой монтаж, который мы используем в основном для ловли с поплопопером, это, значит, также леска пропускается, шнур, леска через бомбарду, дальше ставится вертлюжок, к вертлюжку привязывается какой-нибудь поводок, на поводок вешается приманка, крючок, и все это делается в проводку. Мы проводим, у нас приманка без загрузки, крючок идет поверху и собирает всю активную рыбу с поверхности. Уклейка, плотвичка, кто есть. Это вот второй монтаж, как можно использовать ее. Мне второй вариант вообще никак не нравится, потому что я уже пару раз когда-то в своей жизни пробовал бомбарду покидать. У меня при забросе летит бомбарда, крутится, поводок вокруг нее запутывается, падает на воду. В итоге ты потом начинаешь проводку, у тебя там бомбарда вся вот так идет по поверхности воды. Короче, не идет у меня с ним. Пробовал даже ставить небольшую дробинку, чтобы в конце затормаживать снасть, и поводок как бы улетал вперед и падал на воду. Соответственно, тогда запутывание минимальное как бы. Но все равно даже с таким монтажом у меня вообще не зашли с ним как бы дела. В общем, я оснастил по первому варианту, проделал шнурок, поставил скользящую дробинку 0,2 грамма, крючок, и начал так ловить. Поймал несколько рыбин. В принципе, первые полчаса вообще проблем не было со снастью, было все хорошо. Заброс, улетело, дальше ты в пелагике эти 0,2 грамма джигуешь, хочешь ближе к
поднял его, поднес к бомбарде, крутишь, хочешь, даешь паузы, чтобы 0,2 грамма опускалось в толщу. В общем, было все хорошо. Но в какой-то момент снасть перестала работать. Подводя к берегу, я вижу, что у меня шнур не играет, его заклинивает. В общем, получилось следующее. Где-то здесь от игры прорезалась то ли канавка, то ли я не знаю. Но в общем, суть в том, что он стал цепляться за пластиковую трубочку. Шнурок застревать. И вообще невыносимо стало. У тебя получается, ты забрасываешь, делаешь какую-то амплитуду, бланком играешь, а ничего не происходит, потому что шнур застрял в трубочке. В общем, этот вариант самоделки вообще не понравился. В общем, надо либо толстостенную трубочку искать, допустим, от какого-то того же чупа-чупса, пробовать на нем собрать. В общем, на этом у меня эксперименты с ним закончились. Так, есть первое. Подлещик. Вот такой вот небольшой подлещичек. Парика съел. Вот такой вот. О, какая уклейка. Большая, прикольная, крупная. Ну, такая вот клеечка. Еще одна такая прям хорошая уклеечка, крупная. Достал я вот такую вот тиктовскую бомбардочку, 4 грамма. Она очень хороша тем, что у нее есть вставные кольца SIG с двух сторон для лучшего скольжения шнура. Она плавающая тоже, но вес ее 4 грамма, конечно. Ну, для этого я и взял мотажку, что-то вторую, чтобы забрасывать. Оснастил снова ее, поставил дробинку даже 0,1 грамма, попробовал, половил. Потом опять 0,2 поставил. Вот это уже другое дело. Заброс, снасть летит сбалансированно, все в притирочку, приземление, груз начинает тонуть. Ты спокойненько делаешь, хоть быстро частотный зуд, хоть медленно. Можешь опустить на середину, можешь опустить на дно. Ты прекрасно видишь, что шнур лег, бомбарда легла на поверхность. Ты начинаешь со дна поднимать. В общем, вариаций разных. Хоть с поверхности, хоть толще, хоть со дна. Вот с этой снастью мне очень понравилось ловить. Опять свалился окунь. Да что ты будешь делать? Что-то безбородые сегодня крючки меня прям подводят. Есть уклеечка. Кто тут? Ёж, водоросли и все на свете. Вот это вот уклейка, так уклейка, стой. Такая капец. Жирнючая. Вяличный размер, как говорится, на завялку само то.
Плюс преимущество ее то, что она еще и светится, если в темное время суток перед рассветом, например, или на закате ловить, то ее будет видно, ты хотя бы понимаешь положение, где она сейчас, в какой стороне находится снасть, что тоже очень удобно. Плавающая, покупал я ее в F-магазине год назад, наверное, либо полтора уже. Они, значит, у них идут производителям такие 4, 7 и 12 грамм, по-моему. Вот у меня 4-граммовочка такая. И, по-моему, 7 еще дома лежит. Вот, очень удобная. Значит, из минусов, что можно сказать в такой ловле? Конечно, когда уклейка долбит с ударом в руку, прям скользящий монтаж, так как шнур продет насквозь, нету никаких соединений, ты чувствуешь все удары, конечно, рыбы в руку. Но когда, конечно, она подбирает как-то снизу, еще откуда-то, то ты не всегда чувствуешь поклевку и начинаешь как бы подматывать, и чувствуешь, что там уже по натяжению шнура что-то происходит не то. Начинаешь выматывать, там уже рыба сидит, подсаживается. Эти моменты, конечно, сенсорика теряется. Плюс сенсорика теряется то, что получается она, шнур проходит через бомбарду, бомбарда лежит на воде, дальше шнур связает снизу. Когда ты делаешь подтяжки, подергивания, игру, зуд какой-то, то, во-первых, вся амплитуда сначала переходит на бомбарду, она на воде тоже начинает играть, а потом уже на шнур. Конечно, с 0-2 граммами не особо сенсорика, понимание, где там приманка. Но вот когда уже я поставил 0,5 грамм, с этим уже намного ситуация изменилась. Я решил попробовать 0,5, пробить дальние горизонты, чтобы там на глубине в толще воды провести, посмотреть, что это даст. Да, с 0,5 граммами, конечно, сенсорика намного лучше была, так как вес уже тяжелее, ты уже задаешь амплитуду, уже бомбарда не так препятствует и глушит чувствительность. Уже получше. Но как бы я ни кидал вдаль туда, не пытался, все поклевки все равно были у берега. И еще из минусов — это использование безбородых крючков на бомбарде. Блин, очень неудобно. Постоянно стаскивают опарыша. Либо он слетает во время зуда, либо во время заброса при резком приземлении. Фиг поймешь. Но очень часто ты выматываешь снасть, а там ничего нету. А поклевки ты при этом не чувствовал. А когда бьет уклейка с ударом, блин, она этого опарыша стягивает. В общем, для бомбарды лучше, конечно, использовать какие-то обычные бородые крючочки. Тогда вообще будет все шикарно. В общем, вот так вот. Ну, а потом переключился на джиг. И на силикончик половил всяких ёршиков и другую рыбку. В общем, такая вот получилась рыбалочка. Может быть, когда-нибудь я все-таки с этой снастью доберусь до карьера. И проверю там эту плотву и уклейку, где они там оставят, на каком горизонте. В общем, такая вот рыбалка. Все, всем спасибо за просмотр. Пока-пока.